Еще 50 новых низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ» получил свое распоряжение Нижний Новгород. На закупку 100 автобусов были привлечены федеральные средства в размере около 200 миллионов рублей. Были привлечены деньги также областного и муниципального бюджетов. Первая партия прибыла в областной центр 30 ноября. Новые автобусы оснащены автоматической коробкой передач, системой АБС и гидроусилителем руля. В салоне увеличено число пассажирских мест и имеется большая площадка для комфортной перевозки, к примеру, детских колясок. Улучшена и ходовая часть, ее адаптировали под затяжные подъемы в гору.